Мы находимся с вами в вольере нашего театра, где хранятся декорации с разных спектаклей. Здесь расположены декорации со всех, практически со всех спектаклей. То есть не обязательно те, которые сейчас вот идут. Пожалуйста, пойдемте. Здесь вот, значит, я уже повторюсь, что корабль с «Корсара», с балета «Корсар». Вот эти вот декорации, арки с «Лебединого озера». Декорации громоздкие, но двигаются они очень легко. Экскурсия по закулисью театра оперы и балета начинается с хранилища декораций. Среди массивных конструкций и больших форм есть и менее масштабные по размеру, но не по значимости. Александр Шевченко с гордостью показывает то, что сделал своими руками. Такого точно нет ни в одном театре. Вот эта машина участвует у нас в оперете «Тарам-парам», «Нина-нина» или «Квартирный вопрос их испортил». Эту машину мы нашли в деревне. Отреставрировали, поставили на колеса. И сейчас она у нас работает артистом. Открываем капот, подсоединяем аккумулятор, загораются фары. Загораются фары, задние фонари, работает сигнал. Пока в зал не пускают зрителей, Александр Шевченко ведет нас на сцену. Издалека декорации смотрятся тяжеловесными. Так нужно для создания атмосферы. Но на самом деле все иначе. Но на самом деле это все очень легко монтируется, демонтируется. Они легенькие, собачки. Потому что если бы они были каменные, представляете, сколько нам времени надо было бы на монтаж разных спектаклей. Над созданием спектакля трудятся не только актеры и режиссеры. В театре оперы и балета около 150 человек из 9 разных подразделений, благодаря которым зритель, приходя в театр, попадает в другой мир. Приходя в театр, редко какой человек задумывается о том, как рождается волшебство. И сегодня у нас с вами есть уникальная возможность посмотреть, как же зарождается настоящая театральная магия. Всего лишь одно мгновение, и мы с вами уже не в холодной Самаре, а в жаркой Индии, в храме, где служит прекрасная байдерка. 5 минут до начала. Гаснет свет, звучит музыка, и происходит то, чего больше всего ждут зрители. Открывается занавес, и спектакль начинается. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.